бұл көйден не, мұнда чоқ бақшылық. Бақшылық, түтінік ба еді. Ну, нелер, мұнда колхоз япқан соң, мұна неме, не еткен соң, неме бұл жейіктен соң. Мұнда су немелер, тиынақлар, шелер япқандар, анда мұнда нәлерде су бар. Приезжали люди к нам, они, ну, как восстанавливали старинные колодцы. Вот. Вот этот колодец восстановили. Еще здесь у нас по селу есть 5-6 колодцев, которые можно было восстановить. Ну, это тоже старый очень. Ему тоже, наверное, около 300 лет этому колодцу. Қырым алғанда, сап, уақытын белі, жамбыны уақыты неткеніне жазған, өзіне справка бар менде. Соңынан құлып япқанлар оны, соң немеге кешіргенлер, түкенға. Раньше вот это был магазин, джами наш, получается. Там тоже, там все продавали, там и свинину продавали, и алкоголь продавали. Лет 5 назад я сам лично ставил эти окна сюда. Они были деревянные, ну, чуть-чуть начали гнить. Очень много лет им заказали, пластиковые окна поставили. Собрали всем селом, сделали теплые полы там, ну, электрические. Не получается у нас сделать крышу. Ну, вообще в планах, если у меня будут возможности, я сделаю сметался. Намазларын, шілерін кешіреміз. Ораза байрамларын, не байрамларын, бүтін байрамларын кешіреміз. Колхоз, когда распался, она начала разрушаться, и там начали выходить башташ в этой ферме. Вот, и мы, ну, все, что смогли там, откопать, достать, все отнесли, ну, туда, в мезорлох.